Третього етапу все скорее начали, сейчас в России. Девушки, весовая категория 58 килограмм. Анастасия Шабанова, Кемеровская область. Номер 2 Светлана Турусина, Красноярский край. Весовая категория 63 килограмм. Мария Кричакова, Кемеровская область. Таисия Чижикова, кандидат мастера спорта. Весовая категория 69 килограмм. Татьяна Кудрякова, Кемеровская область. И весовая категория свыше. Яна Мезенцева, Забайкальский край. Участница представлена. Тыдыякова. А на вес 73 первой будет вызвана Татьяна Тыдыякова. Вес установлен. Татьяна Тыдыякова, кандидат мастера спорта Кемеровской области. Весовая категория 69 килограммов. Первый подход. Татьяна Тыдыякова. Второй подход. Весовая категория 69. Я вам не видел. Подъем защита 80 килограмм. Третий подход. Вес штанги 80 килограммов. Вес установлен. Татьяна Тыдыякова. Первый подход, Кемеровская область, кандидат мастера спорта. Сами понимаете, болтает и становится победительницей. Вместе со штангой в центре 100 килограммов.
области, заслуженный деятель физической культуры России, директор 32 года возглавляет данную школу, где прошло очень много спортсменов очень высокого класса, чемпионов мира, олимпийских игр призеры. Всех участников, кто что заслужил, кто что добился чего. Перед нами сильнейшие девушки. Награждение проводят заслуженный мастер спорта СССР Владимир Головко, рекордсмен мира, помогает рестлинг международной категории Юрий Назаренко, Омск, и главный секретарь наших соревнований Владимир Васильевич Лепинин, заслуженный тренер России, рестлинг международной категории. Представляю, объявляю победителей и призеров. Весовая категория 58 килограммов. Серебряную медаль завоевала Светлана Трусина. Красноярский край, город Карск. Победительница стала президент Кемеровской области Анастасия Шабанова. 112 килограммов суммитого движения. Награждается тренер, подготовивший чемпионку, Шабанов Андрей Николаевич. Анатолий Николаевич, прошу прощения. Отец Анастасии. Это здорово, когда вместе с победительницами, чемпионами поднимается на пьедестал отец-тренер. И хочется сказать, что тренирует спортсменка один из ведущих тренеров России, Блинов Павел. Георгий. Это великий тренер. И победила президент Кемеровской области Мария Третьякова. Победила и впервые выиграла норматив мастера спорта России. Награждается тренер, подготовивший победительницу, Ирина Семеновна Чурикова. Чурюкина, извините. Так хотелось быстро и красиво объявить, но получилось, извините. Чурикова Ирина Семеновна, которая отметила юбилей, небольшой юбилей дамы. Победила Тыдьякова Татьяна. Участница чемпионата мира. Виктор Николаевич хорошо рассказал все. И награждается тренер Владимир Михайлович Тишин.
Все знакомые лица. Антон. Антон. На пьедестале, рядом с ним. Это великий тренер. Фото на память. Судьи. А пристально, давайте пришлем. Да, за первое место. Фото на память. Сейчас все, кто есть, сядет. Спасибо. Внимание, ассистенты, быстрее, пожалуйста, подготовьте помост на соревнования. Уже перед.